Привет, привет, меня зовут Вика. Сегодня я буду пробовать индийскую кухню. Итак, индийский томатный суп. Очень ароматный. Очень насыщенно томатный, с черным перцем, с кучей каких-то дополнительных вкусовых ноток. Очень обалденный. Куриное карри, классическое, но сливочное, не острое. Тоже очень вкусняшное. Чечка со солью. Нежно-острая. Много всяких специй. Ароматная. Ну, Индия. Похоже, как суп. Похоже, что это же такое. Суп, не суп. Мне нравится. По-моему, как перец. Или, по-моему, как перец с чем-то еще. Ну, не нравится. Значит, что это похоже, но не нравится. Опять же, похоже на суп или какую-то мороженку. Суп! Это соус. А, это соус. Ты что скажешь? Ты сильно многословно. Ты съел? Но... Неплохой, но это соус. Вик съел? Но съел? Он неплохой. Ну не прям хороший, но он неплохой. Давай, Вика, кушай. Кушай. Вик, похож на суп? Жуй. Суп-суп. Чего такое? На паузу поставьте. Нет. Чего, горячо? Нет. Ну все, тогда ешь. Ага, это соус с курицей. С курицей. То, что мне не нравится. Так, дальше продолжаем. Вик, похоже, похоже, суп. Похоже, суп. Вик, похоже, суп. Вик, можно? Пикантный соус. Я нанимаю. Я нанимаю. Суп с фасолью. Это. Мам, можно? Нажимаем посиновку. Нет. Меня она не очень по душе. Но такая. Пока нету ничего. Из чего, что я пробовала, нету ничего, что мне понравилось. Но кроме того, что я пробовала в другом видео. Пока, Вика! Ставьте дизлайки индийские кухни. Катюша. Подписывайтесь на наш канал. Всем скажи, пока. Вкусно, Катюш? Я тоже. Макарончики попробую. Давай, попробуем макарончики. Нравится тебе? Круто. Макарончики. С карри соусом и курочкой, да?